для чего ты рассказал эту историю? Сальма вела нас за собой. Мы поняли это в тот день. Но мы не перестали следовать за ней. Стамбул, 2010 год. И Эзель не перестанет. Он сейчас не станет что-либо делать, но потом попытается доказать Эйшан, что невиновен. Хочешь научиться у меня чему-нибудь, племянник? Да. Тогда покажи, как ты заставишь Эзеля прекратить следовать за ней. Как ты разлучишь его с Эйшан. А после я начну учить тебя. Дружище, ты в конце концов нашел свое место, Джингис. Вы стоите друг друга. Еще как. Я звоню тебе из-за Эйшан. Не расстраивайся, дружище. С тех пор, как я ее увидел, у меня в голове крутится одна вещь. Хотел сказать тебе, она не для тебя. Ты вещь, Джингис. Ты как клещи. Она теперь принадлежит Кинану. Забудь о ней. А знаешь что? Эйшан спросила меня как-то, кто убил Бахар. Она бы поверила тебе, но я сказал ей, что видел собственными глазами, как Эзель убивал ее. Бедный Джингис. Ты был со мной ради одной лжи. Ты воспользовался горем Эйшан. Но ты не волнуйся. Наших братьев убил Кинан. Я расскажу правду, Эйшан. Правда? Расскажешь? Ты уверен? После всего, что я сделал? Что именно? Того, что не связано со мной. Взгляни на семью. Второй раз. Жалко вас. Жалко. Видео «Кто убил Мерда?»